Привет, друзья! С вами сегодня, как всегда, кофе Fresh and DeFi, и мы продолжаем сегодня играть в гольф на желание, да. Чёрт кого, бру! Ну что ж, друзья, я проиграл в прошлый раз, поэтому где-то в этой серии вы увидите, как я выполняю то самое желание, которое вы загадали для меня, да. Ребят, напоминаю то, что именно вы предлагаете их как бы в комментариях, да, и мы выбираем и потом выполняем. Вот, поэтому делайте ставки, кто сегодня проиграет в серии, возможно, это будут снова я, возможно, это будет Макс, возможно, это будет Андрей, пока еще непонятно, да. Но мы нашли вроде какую-то крутую карту из мастерской, по крайней мере, она какая-то очень-очень большая. Красава. Вот, и пройти ее будет, возможно, даже сложновато как-то. Блин! Так, отеньки, ладно. Отеньки, так, отеньки, давайте, отеньки, давайте, отеньки, давайте, 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 давайте. Во-во-во-во-во. Да, ну, о, все, 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 повезло, повезло, повезло. И, кстати, да, пацаны, я забыл вам сказать то, что здесь я еще сделал немного уменьшенное время, то есть у нас давалось обычно 2 минуты, здесь дается 1,5 минуты, чтобы мы немного быстрее думали, быстрее принимали решение, что да как делать, вот, и, ага. Тут в последнюю. То есть там можно было так сделать, да? В последнюю, да. Классно. Ты уверен, что в последнюю надо было? Максим все знает, слушай, подожди, нет, мне кажется, наоборот, надо было в ближайшую. Попасть. И вот, 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 вот. Так, ну слушайте, пацаны, я. А, нет. А для чего тогда там стояла мишень? Ладно, хорошо. И тогда вот так вот, вот так вот. Ну ты издеваешься, что ли? Ну почему вот так вот? Ну почему? 50 что-то там достижение. Да уйди! Зачем это поставить? Да блин! Красава! Спасибо, Андрей! Спасибо большое тебе! Ой, так, ну слушайте, по очкам пока ладно, пока первые лунки только идут, вообще нормально. Не, Андрей. Оу! Чего? Нифига! Так, 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 спокойно, 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 спокойно. Не, нормально, 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 нормально. А тут можно ударить, пока я нахожусь на это или нет? Так, давай, пей. Блин! Нет, спокойно, спокойно, спокойно. А, сейчас. Что? Фу, успел, успел, успел. Да я не тут могу. Тут, если посередине попадаешь, пацаны, то можно будет закатиться. Попытайтесь сразу посередине попасть. Не, я хочу вон облететь, я понял. А, ты ходишь читерскими способами, да? Да, да, мастерство да. Свое показать, я провалился. Да? А нет, там можно, смотри, Макс, ты можешь ударить, пока вот, когда она вот на верхушке стоит. Я проваливался. Вы у меня вообще провалились как-то каким-то... О! Yes! Да вы издеваетесь, что ли? Сука! Такое. Ну близко, ну близко, близко, близко. Так, слушайте, ну, о, отлично. Макс, смотри, мы с тобой сравняли счет. 13, 13, 12. Так, а тут как-то... Что за дракон? Вот, а где? О, нифига себе. Реально дракон какой-то летает. Так, а дальше здесь как? Здесь надо, скорее всего... Уделик. Так, я... Андрей, ты испугал меня, блин. Так, вот сюда. Да нет! Еще сильнее надо было ударить. Вот так вот. Вот. Опаньки, посмотрите на меня, смотрите, где я еду. Где? Опа, опа, опа. А опа, чё опа, это опа, такое? Опа, опа, а где ты это? Макс, где ты эти пути вообще находишь? А я увидел. Вот сейчас что было такое, а? Вот как это объяснить вообще? Что это было такое, а? Бам, 3 удара. Так, Андрюх, давай, давай, давай. У тебя, Олег, сколько ударов? У меня 6 ударов. У меня 3, сокращил. Так вот, давай, у Андрея тоже сейчас 6 ударов будет, смотри. Да, так, ладно, ну хорошо. Ну что, у кого одинаковые у меня... счета? Нет, нет, пацаны, ну я сегодня точно не проиграю. Сегодня я точно не проиграю. Опа. Наверху так. Дракон. А тут куда? Да, дракона мы уже все заценили. Подождите, а Олег, очки драть будешь. Так, подожди, мне кажется... Подожди. Олег, иди к своему этому. Погоди, а куда тут ты проще всего попасть? Чё? Так, мне кажется, если в ближний попадаешь, то это... Я попал нормально так. Нормально, а серьезно? Ну да, вот. А, подожди, а мне интересно, куда вела вот эта последняя, которая. А там я в дальний полетел. Точнее, первая самая. А, не, я не попал. Тихо, 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 тихо. А там наоборот, дальняя, наоборот, дальняя, она тебя только подальше откидывает. Ой, Максим, красава. Вот, да ну, не стой, стой. Да ну, чё за бред? А чё такое у вас было? Я тебе сказал, Олег, очки драть будешь. А там как раз его сортир был. Я понял, смешно, да, смешно. Блин, как попасть тут? Че сложно как-то. Опа! О, все! Андрюха, ну давай, удачи. Давай, посмотрим. Вот оно, да. Олег, Олег, смотри, иероглифы, видишь квадратик, и справа от него писюн. Чего? Где, подожди? Вон иероглифы, видишь? Квадратик и потом черепашкой тебя. Что? Андрюха! Андрей, ну все. У тебя, кстати, что осталось 20 секунд, чтобы пройти эту лунку, если не проходишь, то у тебя 14 очков. Так, понятное дело, что сложно, но... Полторы удар делаешь, полторы. Давай, Андрей, последний удар успеешь сделать, 10 секунд осталось. Во, молодец. Очень нравится. Так, Андрюх, мы сравняли с тобой счет. 25-25.
Так, Таш, куда деть? Почему это вас так развеселило, я не понимаю. Слышь, тема, ты че за базар? Опа, давай. Андрей, отойди, не мешай. Так, давай. Да, с первого раза. Yes. Да. И че, вы все с первого раза, что ли, пришли? Да. Не, ну, пацаны, ну это не то, это вообще не то. Сейчас было бы смешно, если Максим остановился. Так, ладно, по единичке все получили, хорошо. Так, что дальше, куда? Опа, что такое? Так, слушайте, а тут как-то... Опа. Сука. Да блин! А это Андрей! Ну нафига надо было? Зачем ты так делаешь? Ну нафига надо было? Зачем так поступаешь? Да блин! Так, Андрюх, аккуратно, я спускаюсь вниз, аккуратно. Да блин, что это... Пока. Вообще-то я как бы там встал, она... Так, давай. Во. Да ну... Да нет! Ну что ж такое-то постоянно просто не в пользу-то идет. Да ну... Слушайте, а тут лунка такая длинная на самом деле. Нет, можно было бы пролететь, если бы прямо ударить и все. А, кстати, тоже верно, да. Через домик пролететь. Ну видишь, не получилось пролететь, к сожалению. Поэтому вот как получилось, так и проходим. Так, Андрей, что, как там дела у вас, а? Да, Олег, я-то хотя бы не буду. Что? Ну, слушай, ясно. Ну что ж, друзья, так как я проиграл в предыдущей серии, желание уже нужно выполнять, я, конечно же, отправился на поиски какого-нибудь хорошего предложения в комментарии, да. И мне очень понравилось такое предложение, чтобы я поставил на один день свою какую-нибудь старенькую фотографию. Возможно, это фотографии с детства, возможно, это фотографии из школы начальных классов. В общем, друзья, вот сейчас вы видите эту фотографию, да, это я вот такой вот мелкий, да, карапуз. Вот, и ее мне надо поставить на аватарку ВКонтакте на один день. Вот, поэтому заходите на страничку, проверяйте, ну и, собственно, вот моя фотография. Ну что ж, желание я выполнил, а теперь продолжайте смотреть, кто же у нас проиграет в этой серии, да. Ну, пацаны просто смеются, что я желание выполняю, проиграл просто... Да ладно ты! На последней секунде успел, Андрей! Какое? Нифига! Я уже просто хотел посмеяться, что... Опа! А какое? Тут как? Подожди, тут, в принципе, если попасть сюда... Да блин. Блин, не, это нереально, пацаны. Это прям реально хардкор. Так. А я попал. Да вы что, издеваетесь, что ли, а? Пацаны, вы реально, вот у меня такое ощущение, что вы играли просто без меня и научились тут, я не знаю, скиллам каким-то или еще чему-то. Демки мойки. Изи. Так, вот сюда. Не, ребят, ну что за приколы такие, а? Макс попал, красавчик. Да вы бесите! Да, Максим, красавчик. Сука, домик. Блин! Нет, я не буду выполнять сегодня желание, даже ты не думай. Ты будешь его выполнять. Нет. Ты будешь драть. Нет, Андрей. Вот смеется тот, кто смеется последний, понятно? Вот давай, посмотрим, кто сегодня проиграет. Впереди еще у нас половина игры. Вот, начиная с этого момента, я буду играть точно. Так, ну смотри, в принципе... Ну, Максим, рассмешил, ты красавчик. Так, а дальше куда? Нифига тут лабиринты какие-то, а? Какое? Так, ладно. Если сделать... Да ёпта. Блин, ну тут прям вообще что-то как-то непонятно, по-моему. Уйдите. Прям... Пока, Андрей. Ой, спасибо! 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 Так, хорошо. Да блин. Блин, нет, не сюда. Так, а если я заверну вот здесь... Чё? Чё, за нормально? Да блин, Андрей! А где лунка, подожди? Где лунка, я не понял. А, надо просто в эту трубу попасть, пацаны, и всё. Такое. Да, ну слушайте, блин, 5-5-6, да что ж такое-то, а? Ну хорошо, что разрыв минимальный, там буквально пару очков. Чё это такое? Да, ну тут на рандом, пацаны, тут реально на рандом. Я сразу попал в центр. Так. Ну тут все попадают в центр и, ага. А, тут без разницы куда. Ну да, тут в принципе только как решит, как тебя выкинет, наверное, оттуда и все. Тут на самом деле можно было пройти все это очень быстро и очень коротко. Так, давай. Ну боже, ну почему все? Вот, все. Так, отлично, Андрей, хорошо стреляешь, молодец. Спасибо. Так, Макс, у вас там как дела? Что не бьет? Сука! Ай, молодец, просто лучший. Не, ну Максим пока переживать на самом деле не о чем, потому что в любом случае он впереди нас, поэтому у него 38 очков, как бы это, да, вот мне стоит пока о чем переживать, потому что я не собираюсь выполнять свое желание. Ну, второе. Вот, поэтому, Андрюх, берегись, реально, я сейчас вот как разозлюсь, я вот сейчас... Так, а дальше куда? Как разозлюсь и пойдешь. Да. Желание дальше выполнять. Так, ладно, еще сильнее надо поударить, хорошо. Так, что он здесь? Так, Макс. А что там Макс делает? Смотри, как он делает, а? Ты посмотри, что он делает, а? Ты посмотри, как он хитро поступает, а?
Андрюх, пока. Нормально, пока. Нормально. А, ты остался? Серьезно? Да, да, я еду к тебе уже. Нет, даже не думай. Так, вот здесь аккуратненько спускаемся вот так вот. Так, теперь самое главное просто вот так встать на серединку. Ну, по крайней мере, более-менее... Андрей! Уйди! Олег, уйди, я так сейчас ровно стою. Давай, давай. Пойди. Ай, блин, надо было еще сильнее ударить. Ладно, хорошо, бьем. Пацаны, привет. Все, я залетел. Нет, да ты издеваешься, что ли, а? Так, ладно, Андрей, хорошо, хорошо. Четыре удара, о, четыре лунки осталось, четыре лунки. Так, Опа, надо по прямой проехать, прикинь. Кстати, можно по прямой... Сука. Да блин! Почти... Нет, нет, ну только не в эту! У меня почти получилось до конца доехать. Так, ну ладно, в принципе, тут можно... О-о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 ! Два удара! Прекрасно! Два удара тоже. Замечательно, 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 замечательно. Yes! Да нет! Ну, Андрей, ну хватит! Ну хватит! Так! Олег будет это драть. Не-н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 е-
А, тут на рандоме. Так, давай, 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 давай. Блин, не в эту надо было попадать. Там еще одна есть, как-то ниже она была. Блин. Ну ладно, все равно это лучше, чем ничего. Так, оп, давайте. А я попал. Вот сюда. Вот сюда. Давай, давай, докатись, 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 докатись. Тут ты! Там просто миллиметр! Ай, ну ладно, сколько? Три удара, по-моему, да? Да. А нет, два удара. У меня два удара. А, нет, три удара, три удара, три удара. Ну давайте посмотрим, как вы будете сейчас проходить вот эту лунку. Давайте посмотрим, сколько вы ударов сделаете, Андрей, а. Я буду смотреть на это и кайфовать, как вы делаете все больше и больше, больше. Да ну бред же, ну почему все так? Ай, два удара между нами разница. А, уже с Максом два удара, а с Андреем четыре удара. О-о-о-о. Ну тут рандом, пацаны, тут прям реально, прям рандом. Куда Макс полетел? Я в тебя поверил, пацаны. Так, 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 давай, 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 давай. С первого раза прошел! Найс! Просто найс! Нет, Андрей, найс, ты что, решил кинуть кость? Нет, вот, вот так вот, Андрей, тебе вот не повезло. Ну давай, Андрюк, давай, 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 давай. Что это было такое? Изи, это на скелет. Это, а, на скелет, значит, да? Так, так. Да повезло, 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 повезло. Так, ну смотрите, все. А, блин, разрыв. Разрыв, посмотрите, какой разрыв. Последняя лунка, пацаны. Разрыв, чего тачка? Так. Бьем вот так вот, бьем. О, через кольцо пролетаем. Не, ну как так? Нам через это кольцо пролететь надо? Чего? Подожди, ну, мне кажется... Пока, Андрей. Сука. Так. Тут еще надо как-то правильный удар сделать, правильную мощность выбрать. Так, ладно. Так, привет. Да остановись, нет, я не могу. Не так, хорошо. Блин, пацаны, прикол в том, что нам нужно... У нас минута осталась, чтобы пройти это. А что я... Как я удар сделал? Ой. Так. Блин, надо ближе подъехать. Давай, 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 дальше. Да чё за бред? Да чё, да нет, да нет, да нет, давай, 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 долети, 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 всё, долетел, 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 бегом, просто бегом, просто жесть, пацаны, какая-то. Не шумим, не шумим. Так, 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 давай, давай, сюда, сюда, сюда. Нифига себе! Ну слушайте, тут прям хардкор. Пацаны, тут реально какой-то Гарри Поттер, тут реально какой-то хардкор прям включили мы. Так, давай, 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 осталось 20 секунд, пацаны, чтобы пройти. А вот финиш. Осталось чуть-чуть. Ну уже, давай, давай. Давай, 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 давай. Отлично, отлично. 20 секунд осталось, 20 секунд, давай. Осталось просто ударить и... Да, все, я прошел. Ебо, я тоже прошел. Андрей, пока. А посмотрите, сколько ударов у Андрея. Все, все. Кто у нас... Кто у нас желание будет выполнять сегодня? А, кто у нас... Нет, проиграл, Андрей, посмотри по очкам. Да, да. Ну все, Андрюха, ты не отмажешься, понимаешь? Все, ты не отмажешься, друзья, все. Желание выполняет для следующей серии у нас Андрюха, поэтому, друзья, предлагайте желание для Андрея в комментариях. Я знаю, что вы можете придумать что-то крутое и, конечно же, мучительное, да, специально для Андрея. А то что-то он слишком много смеялся сегодня на серии, угорал там, да? Вот, ну что ж, друзья, надеюсь, что вам понравилась эта серия. Вы поставите лайки, подпишитесь на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Коби, Фрэш и Дефай. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока-пока.